Не прошло и полгода, а многострадальный мост через Сухой лиман мэрия Черноморска передала в государственную собственность. Соответствующий документ 22 июля подписал городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк. Напомню, предварительная договоренность между управлением капитального строительства Черноморского горсовета и Укравтодором была достигнута еще в начале года. Официально задокументированное решение позволит начать тендерную процедуру по поиску компании-подрядчика. Проект давно готов, правда, за время простоя новый мост успел подорожать. Если все пойдет по плану, объект будет сдан в эксплуатацию к началу туристического сезона 2021 года.